жизнь размещены на информационных стенах при входе на стадион Кристалл. Лица, не соблюдающие требования, указанные в настоящих правилах, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются места проведения официальной спортивной программы, а также могут быть из них удалены или привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Или привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.